В Таджикистан из нашей республики для временной работы в местных школах поедет 7 учителей. Педагоги отбывают в Москву уже на следующей неделе, а 27 августа специалисты полетят в ближние зарубежья. С теми, кто скоро покинет нашу страну, встретился министр образования республики Шахабаз Шахов. Он отметил, что в первую очередь из российских регионов в Таджикистан направят преподавателей русского языка, но также в Среднеазиатскую республику поедут учителя математики, физики, химии и информатики. Те учителя, которые выезжают за пределы нашей республики сегодня, на самом деле являются одним из лучших образовательных организаций в школах, где они работают. И вторая сторона, вы правильно сказали, мы знаем, не все учителя довольны заработной платой, которую они получают здесь. В общей сложности они будут получать, ну, это по предварительным такой информации, которую мы имеем, в пределах где-то 50-60 тысяч рублей в месяц. Это по русским нашим деньгам. Я думаю, что это достаточно хороший стимул и с материальной стороны для наших учителей. Планируется, что российские учителя смогут отработать там один год с возможностью в дальнейшем продлить контракт. Кстати, на время работы за границей за ними обещают сохранить рабочее место. В свою очередь, таджикская сторона обеспечит учителей жильем и оплатит перелет. При этом зарплата педагогов в Таджикистане будет соответствовать средней местной зарплате примерно в 14 тысяч рублей. Доплачивать по 60 тысяч рублей российским учителям будет федеральный Минобор. Также ведомство предоставит медстраховку и возьмет на себя расходы на транспортировку багажа. Желающих поехать, поверьте, намного больше. Потому что, опять-таки говорю, учителей достойных в Дагестане так много. К сожалению, система такая, что не всегда наш педагогический труд оплачивается столь достойно. Меня направили в город Дангара. Это родина президента Эмомали Рахмонова. Это очень ответственная миссия, очень ответственный проект. И мы думаем, что мы с достоинством пронесем статус российского учителя.